Лидер политического блока «Победа» Илон Шор подписал в четверг соглашение с автономной некоммерческой организацией «Содействие развитию международного сотрудничества Евразия» о выделении 250 миллионов долларов на реализацию различных инфраструктурных проектов в Молдове. Сегодняшнее соглашение в очередной раз четко доказывает, что пока Майя Санду рассказывает о сказках про Европу, и пока мы ждем от Европы счастливого будущего, вместе с нашими партнерами из России, с организацией Евразия, мы уже начинаем делать конкретные дела. Сегодня было подписано важнейшее соглашение, в рамках которого будет выделено 250 миллионов долларов на развитие инфраструктуры в Республике Молдова. Это достаточно большая сумма для того, чтобы можно было бы начать большую стройку, для того, чтобы можно было начать создание новой инфраструктуры и восстановление старой. Сегодня это является также толчком к созданию нового большого количества рабочих мест, которое сегодня так не хватает в нашей стране. Председатель Совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Госдумы Российской Федерации Алена Аршинова отметила, что сейчас в Молдове используется инфраструктура, которая была построена в советские времена, и она нуждается в обновлении. Я очень хочу, чтобы эта земля и эти люди развивались, чтобы они были в безопасности, чтобы у них было все хорошо. И по тому опыту, который мы видим, развивает Илон Миронович Шор, мы видим, что появляются новые дороги, идет вклад в инфраструктуру, критическую инфраструктуру. Это все, от чего зависит завтрашний день жителей Молдовы. Алена Аршинова добавила, что хотела бы, чтобы молдаванам не приходилось искать лучшую долю за пределами своего государства. Поэтому, по ее словам, Илон Шор показывает, как быть настоящим патриотом, и его слова не расходятся с делом. Со своей стороны Илон Шор отметил, что его команда уже очень многое сделала для того, чтобы многие города и села Молдовы преобразились, а после подписания такого соглашения можно будет реализовать намного больше. Наша команда уже на протяжении многих лет доказывает, что мы не говорим, а делаем. Во многих городах Республики Молдова мы доказали свою эффективность, мы развили инфраструктуру. Мы дали людям возможность жить хорошо. Мы решили много инфраструктурных проблем, социальных проблем и экономических. Мы показали, что в Молдове можно хорошо жить. Когда мы реализовывали большое количество инфраструктурных проектов, я всегда говорил, что это не Европа, это Молдова. Потому что в Молдове тоже может быть и должно быть хорошо. Эта сумма будет очень важным толчком для того, чтобы многие увидели, что можно делать инфраструктурные революции быстро и качественно и хорошо. Примеры таких проектов команды Илона Шора, которые улучшают условия жизни людей, в Молдове сегодня хорошо известны. Это асфальтирование дорог, освещение улиц, модернизация придомовых пространств, восстановление фасадов, строительство детских и спортивных площадок, реабилитация медпунктов, школ, детсадов, введение в дошкольных учреждениях ресторанного питания по системе кейтеринг, проекты помощи малоимущим, молодым семьям, нашим соотечественникам, которые возвращаются на родину из-за рубежа. А бесплатный развлекательный парк «Архейленд» стал настоящей жемчужиной не только района, но и всей страны. В планах Шора построить такие же парки в Гагаузии и в Бельцах.